Теперь смотрим сюда. Итак, мне говорят, Валерий Константинович, а вот в уральском дачнике абрикос сибиряк Байкалов, а вы говорите, никто не занимается, а вы, а я начал что, разве не правильно, что я тревогу бью? Пройдет еще несколько лет и все. А просто исчезнет. Исчезнет труд, невероятный, гениальный труд. Вы знаете, что такое новый сорт вывести? Помните тогда, когда человек меня, видимо, с ученым званием, он мне привел цифру-то. Из 1999 будет это самое мусор, а только тысячная будет сортом. Вы представляете, какую огромную работу провел Байкалов-то? А? И вот он, уральский дачник. 450 рублей. Вы бы за 450 рублей взяли бы, чтобы получить такое дерево, а? Я даже не жду уточнения. Конечно, взяли бы. А теперь возьмем, что дальше было. Я нажимаю абрикос и смотрим на уральский дачник дальше. Внимание. Да они, оказывается, выдающиеся сорта у них в саду. Невиданные. Лучшие сорта мировой селекции. Прямо это. Ну, кстати, когда вот написано Снежинский, Сибиряк, Байкала. Восточно-сибирский тоже Байкал. Дело в том, что я почему говорю, что сорта мировой селекции? И потому что если были Байкаловы, да, мировой селекции. А так как они наворованы, надерганы с интернета, вот эти вот. Доказать? Красивая фотография. А как нажимаешь? Ну что, получается, каждая фотография имеет сотни авторов. Претендует. Вот такой список. На каждую фотографию. Кто из них именно сделал эту фотографию сотни? И эту сотню, и эту сотню, и эту сотню, и эту сотню, и эту сотню. Кто? Вы скажете, вы. Ну, почему про вас Нобелевский комитет не знает? И вот тогда, когда я одну пролистал, это я фотографировал с экрана, вторую пролистал, третью пролистал, ну вот и все. Моя фотография, чисто железовская, абрикос Серафим, даже не переименовали. И вот тогда я спрашиваю, откуда дровишки? А? Ведь если это моя фотография, значит, ваши саженцы, которые продали как Серафим, будут совершенно другие. Совпадение исключено. Так, это выдающийся сорт. Вот. Кстати, Макаров довел до 70 грамм. Гражданин Макаров. Вот это самое, к вам тоже уже должна очередь из ученых быть. Серафим 70 грамм. Я не мечтал о таком. Итак, получается, что фотография Железова. Получается, что эти фотографии из интернета. А что ж тогда вы продаете? А где теперь гарантия, что вот это восточно-сибирский Байкалово? Сибиряк Байкалово? Байкалово. А? Где гарантия? Вероятность, ну, наверное, около нуля. А дальше, кому интересно, пусть разбирают сами. Еще раз, чтобы не считали, что я кого-то хочу унизить, что я кого-то хочу это там, как это называется, опустить. Не воруйте чужие фотографии. Веры вам нету. Если это не ваше, то это ваше или это? Ведь смотрите, ведь получается, это же мировой уровень. Да, мировой. Вот это, возможно, сделано в Италии, вот это, возможно, сделано в Франции, это в Бельгии. Какая это может быть? Ну, моих тоже десяток все время маячит. Вот вроде этой. Но это действительно мировая селекция, это же во. И получается, что я, наверное, прав, поднимаю тревогу, чтобы мне тоже не тыкали, что а вот, пожалуйста, культивируют. Что культивируют? Хоть раз бы добиться, хоть с одного, ну, хоть одна фотография со своего сада. Хоть одна.